Дамы и господа, я приветствую вас на нашем канале «Финансовая доставка. Эксклюзивные инвестиционные консультации». Сейчас речь пойдет о международных рынках, о американском рынке, нашем американском портфеле, о commodities, о биткоине, ну вот о чем, в принципе, различных аспектов того, что вот мы с вами раньше разделяли наш выпуск на две, на одну часть была одна посвящена российскому рынку, другая американскому, ну вот сегодня мы в большей степени говорим об Америке и о различных сопутствующих этому графиках, что называется, да. Ну вот смотрите, наш американский портфель показал снижение, ну, небольшое, уже вторую неделю демонстрирует небольшое снижение, но мы, между прочим, занимаем тоже защитную позицию в Америке. Уже довольно много акций нами продано, и вчера было продано, и позавчера было продано, и, кстати, очень удачно. То есть, вот мы продали две, и обе, одна провалилась на 7%, а другая на 3,5%, что ли, что-то такое, да. То есть вот в этом наш инвестиционный метод. То есть, с одной стороны, мы покупаем, можем покупать и держать, что называется, да, то есть мы покупаем исключительно недооцененные акции, то есть, ну, те, в которых вот Баффет инвестирует. Но в отличие от Баффета, у нас есть возможность использования технического анализа, то есть фиксирование определенных уровней, да, на которых надо либо продать, либо купить. Следовать нашему портфелю достаточно просто. Вы можете подписаться на наши услуги, ну, либо как в рублях, что называется, либо в долларах. Это тоже возможно у нас на сайте. На сайте на FT Invest это возможно. И сейчас вы видите объявление с телефоном. Можете на него позвонить, и мы все с вами организуем, если вы находитесь на территории Америки, там и русскоязычные. Но у нас есть и англоязычный канал, подписывайтесь на него тоже. Следующий график — это будет нефть. Нефть, смотрите, вот тут это, ну, не знаю, там интересная вот очень синяя линия, к ней прямо, ну, прям притягивается это самое черное золото, да. Пробило вроде как пару недель ранее, да, но тем не менее все равно вновь выше. Большого провала, смотрите, нефти не происходит. Никаких, ну, особых таких уж новостей здесь положительных в сторону нефти тоже не было. Мы видим такие действительно рыночные колебания, но все-таки, смотрите, нефть глубоко вниз не уходит. Не удается это сделать, там, что называется, медведем. Ну и у быков как бы сил больших нет. Скорее всего, вот скорее всего, смотрите, да, то есть если мы дважды удержали, трижды, четырежды, можно сказать, вот здесь не удержали, но все-таки в итоге вернулись, да, то есть если мы с вами удерживаем этот уровень, ну, от него должен быть отскок какой-то вверх. И я думаю, что мой прогноз по нефти будет положительный в целом, да. Но все-таки следите за нашим телеграм-каналом, там все вот актуальное каждый день. Ну, потому что ситуация меняется ежедневно, мы ежедневно мониторим рынок, различные виды, как подчеркиваю, рынков. У нас есть графики и в акциях в отдельных, да, и вот в commodities тоже есть, да, поэтому не забывайте подписывайтесь на наш канал «Финансовая доставка». Ситуация в криптовалюте. Ну, вот крипто, вот здесь, казалось бы, смотрите, да, вот был уже такой, ну, вот, ну, во-первых, есть определенный явно диапазон, да, вот какой, вот я его выделил, да, ну, который вот сейчас имеет значение для криптовалюты. То есть в нее он возвращается, в него она возвращается, но вверх сильно, смотрите, не ходит. Вот здесь вниз ходило, но тоже не сильно далеко, что называется, да. Поэтому криптовалюта, ну, вот сейчас с технической точки зрения находится вот на уровне сопротивления, обратите внимание. Удержит она его или нет, пока сказать сложно. Сейчас у нас выходные дни, они торгуются и в выходные дни, но с меньшей волатильностью, что характерно, да. Вот если удержит, то тоже сможет от этой синей линии, как сказать, отпрыгнуть, да, то есть... Ну, или оторваться, что называется, да, опереться на нее, да. Но, тем не менее, ситуация, в общем-то, такая не сильно определенная. Здесь я вообще, знаете, вот
текущее, ну, такое техническое состояние рынка, оно, во-первых, с одной стороны, не сильно изменилось. Вот что вот было на прошлой неделе, что на этой, да. А во-вторых, тенденции все, как бы одни и те же. Пока, да, то есть пока больших изменений на рынке не видно. Вот я показывал вам голову, плечи в золоте на прошлой неделе. Ну и вот я могу лишь ее только подтвердить. Да, вот здесь, может быть, золото нашло какое-то дно. Но вы знаете, голова, плечи всегда достаточно сильная фигура. Она здесь, очевидно, есть, да, поэтому, я бы вот на вашем месте все-таки постоял бы в сторонке при инвестициях, краткосрочных инвестициях в золото. Конечно, вы можете там сидеть в этом золоте сколько угодно, но мы не сидим. Мы не сидим ни в чем сколько угодно, но поскольку, смотрите, технические сигналы для этого, и предназначены, чтобы давать нам какую-то информацию. Подчеркиваю, да, вот если бы мы не продали вот часть бумаг, которая вот у нас была в американском портфеле, да, наши потери были бы гораздо более серьезные, чем вот они рисуются. Кроме того, смотрите, когда они падают, мы можем те же самые акции потом купить позже. То есть в идеале, так, да. То есть, мы продали дороже, купили дешевле. То есть уже здесь имеется выгода. Поэтому реагируйте, слушайте, как сказать, на наши рекомендации, да, по техническому анализу. Ну, конечно, каждый может торговать по-своему, тут нет никакого, может быть, рецепта такого магического, да, наш магический рецепт, что называется, да, это фундаментальный и технический анализ. Следуйте нашим портфелям. Вот единственное, что изменилось во всех этих американских графиках, да, иностранных графиках, назовем их так, да, это вот ситуация с курсом доллара, да. То есть, вот он как-то, смотрите, пошел вне тенденций. Почему? Потому что вот следующий график, доходность облигаций США, который ключевое значение, я вам уже много раз говорил, имеет для американского рынка, по идее, продолжен снижение, но должен был бы и снизиться, да, и вот самый индекс доллар, но этого не произошло. То есть определенный переток капитала на американский рынок фиксируется, но он пошел не на облигационный рынок, да. Или, может быть, наоборот, пошел на облигационный, да, и перетянул доходности, да, в другую сторону. Ну, здесь сложно сказать, да. Но тем не менее, это индикатор индекса доллара, нам показывает, да, куда идут перетоки, да. Больше там за границу, что называется, это как бы так называемые развитые рынки, да, либо в сторону США, и вот тут явно идет переход в сторону США, начинается, да, и довольно сильная техническая модель с преодолением, обратите внимание, вот этого максимума, и возможностью движения вот сюда куда-то, да, то есть следующие уровни, причем когда этот индекс принимался, да, вот он был принят за 100, что называется. Сейчас вот он 105, 106. Все равно, смотрите, далеко от этих пропорций, там 70-х годов, то сильно-то не ушел. Значит, доходность облигаций США продолжает снижаться в соответствии с теми вот графиками, которые мы вам показывали. Понимаете, то есть была у них вот тут надежда зацепиться за эту синюю линию, но они не зацепились. Может быть, в итоге опять, как и нефть, зацепятся, да? Посмотрим, конечно, да, но все-таки в Америке есть определенные тенденции к снижению инфляции, доходность облигаций нам за это говорит. Приведет ли это, я подчеркиваю, к дальнейшему снижению? Вполне тоже возможно, потому что вот здесь вот это уже не технически, это уже далеко, я считаю, что это далеко, да, и вот это уже не сопротивление, хотя, здесь он чуть-чуть приостановится. Ситуация на американском рынке, акции, да, она такая неопределенная. Вот у нас есть индекс S&P, я убрал уже тут вот голову плечи, которая, может быть, ее там и не было, да, то есть немножко я поторопился с ней. Допустим, подобное в индексе DAX, вот зайдите в телеграм-канал, финансовая доставка. Вот подобное в индексе DAX, она вот есть, она сработала, да, то есть. Но здесь все-таки, смотрите, американский рынок уходит вверх,
Но опять же, движимы вот этим вот странными покупками вот этих переоцененных мега-акций. Я не понимаю, кто их покупает, зачем их покупают, да? Что это за такой, за пузырь этот, да? Он уже давно сформировался, что интересно, там уже, да ему лет 7, наверное, понимаете, да? И все это продолжает накачиваться. Какими такими доходами Apple или Microsoft может это обусловливаться, там, какими-то там будущими доходами, искусственным интеллектом, да бросьте вы, да? Ничем это не может быть обосновано, это просто пузырь, да и все. Но, тем не менее, этот пузырь продолжает раздуваться. Индекс Dow Jones, он как бы в меньшей степени уже связан с вот этим пузырем, да? Ну, здесь вот... Ну, я не стал менять, я подчеркиваю, вот эту модель, но поскольку, ну, вот мне... Ну, я не вижу здесь разворота вниз, понимаете? Разворота вниз здесь тоже не видно. Так что давайте заканчивать наш выпуск. Ну, вот смотрите, в нашем американском портфеле сейчас акций довольно мало, да? Но мы, может быть, будем что-то покупать. То есть мы сейчас, ну, вот на общую тенденцию рынка смысла нет никакого ориентироваться. Ее как таковой получается, что и нет. То есть мы ориентируемся на отдельные акции, поэтому присоединяйтесь к нам, следуйте нам, посмотрите, какую прекрасную мы доходность в этом году, да посмотрите там другое видео, там где есть, где я показывал вам видео доходности нашей по годам. Ну, нет никаких сомнений, что мы будем и дальше опережать индекс S&P 500, поэтому подписывайтесь на наши услуги. Ну, а в остальном, ну, ситуация, я скажу так, ситуация, ну, она такая, в большей степени нейтральная, не будем мы ждать никаких больших достижений, там, ни от американского рынка акций, ни от commodities. Всем спасибо за внимание.